Global Keratin – полный обзор средства для выпрямления волос. Плюсы и минусы средства. Итак, плюсы – одновременное выпрямление и интенсивный уход за волосами, отсутствие агрессивного химического воздействия. Global Keratin не содержит формальдегидов, вызывающих аллергические реакции, наличие продленного эффекта до 4 месяцев – возможность добиться ухоженного вида шевелюры, экономичность расходования за счет высокой концентрации продукта на длинные густые волосы. Расход составит около 45 грамм, заметное облегчение при расчесывании непослушных волос, накопительный результат от процедуры. Поскольку биополимеры просачиваются глубоко внутрь волос, защита от вредного воздействия ультрафиолета и высоких температур. Благодаря тонкой коллагеновой пленке на поверхности волос простая доступность процедуры позволяет проводить ее как в салоне, так и в домашних условиях. И хочется, и колется. Минусы и противопоказания кератинового выпрямления – длительность процедуры. Весь процесс занимает 3-4 часа. Поэтому придется запастись терпением и отложить все дела. Некоторая потеря в объеме прически, вызванная распрямлением структуры волос. После проведения процедуры нельзя окрашивать волосы в течение 2 недель красками с аммиаком. Для сохранения длительного результата потребуется приобрести специальный кератиновый шампунь и бальзам. Эффект распрямления средством Global Keratin дольше держится на тонких волосах. Если локоны густые и толстые, то через 2 месяца потребуется коррекция. Некоторые пользователи отмечают специфический запах локонов. Но это субъективная оценка. Беременным женщинам и кормящим матерям следует заручиться поддержкой врача. Хотя явных фактов отрицательного воздействия не выявлено. Возможны аллергические реакции при индивидуальной непереносимости компонентов Global Keratin. Высокая стоимость процедуры, зависящая от длины волос и прейскуранта салона. Востребованность и средняя цена препарат Global Keratin завоевывает все больше поклонников. Дело, конечно, не только в звучном бренде, который известен более чем в 55 странах. Продукты Global Keratin изначально проходят жесткое тестирование в лабораториях компании на предмет качества и безопасности. Выводы специалистов становятся основой клинических испытаний товаров с участием добровольцев. Абсолютное соответствие высоким стандартам подтверждено сертификатами. Американский бренд Global Keratin относится к средней ценовой категории. Продукты этой фирмы пользуются неизменным спросом как у профессиональных парикмахеров, так и у простых покупательниц. Цена на продукты может варьировать в зависимости от курса доллара и стоимости доставки, в среднем это 703 тысячи рублей, в зависимости от препарата и объема. Рекордные цены принадлежат средствам во флаконе объемом 1000 мл до 20 тысяч рублей. Значительная стоимость данных товаров с лихвой компенсируется прекрасным состоянием прически, силой, красотой и здоровьем локонов. Восстанавливающий эффект долго будет радовать великолепным результатом. Важно знать о кератиновом выпрямлении волос, сколько держится эффект, чем отличается кератиновое выпрямление от восстановления волос, можно ли делать при беременности, особенности выпрямления наращенных волос кератином. Как смыть кератин с волос, полезное видео, принцип работы и состав. Основными действующими веществами являются кератин и коллаген, природные биополимеры. В ходе процедуры они глубоко проникают в структуру волосяного стержня. Значимым компонентом формулы продукта стал кератин, что подчеркнуто в названии торговой марки. Этот ключевой элемент является разновидностью природного белка с высокой концентрацией аминокислот. Секрет потрясающего результата от применения Global заключается в том, что волосы на 80 секунд лишним процентов состоят из кератина. Поэтому восстановление поврежденных локонов происходит естественно, за счет природного компонента. Он возвращает шевелюре утраченную в борьбе с химической завивкой и окрашиванием силу и упругость. Второе активно действующее вещество – коллаген. Его задача – удерживать влагу внутри волосяного столбика, создавая тонкую защитную пленку снаружи. Это уменьшает ломкость, препятствует образованию секущихся кончиков, придает волосам эластичность и упругость. В итоге – потрясающий внешний вид. Инструкция по применению. Благодаря своим свойствам, Global Keratin прекрасно справляется с функцией разглаживания локонов. Профессионалы и пользователи называют метод бразильским. Рассмотрим основные этапы процедуры. Волосы должны быть чистыми, вымытыми как следует особым шампунем. Он обладает способностью раскрывать волосяные чешуйки, чтобы биополимер проник вовнутрь, заполнив всю длину. Просушить голову полотенцем.
Для удобства обработки пряди, как при отращивании, разделяют на несколько зон. Средство наносится тонким слоем на пряди шириной 2-2,5 см с отступлением от корней 1,5-2 см. Так постепенно обрабатывается вся голова. Излишки средства удаляются гребнем с частыми зубчиками. Затем сушка феном, если волосы вьющиеся, то используется щетка и насадка с концентратором. Заключительный этап – разглаживание утюжком при температуре 200-230 градусов, в зависимости от первоначального состояния локонов. Это важно для фиксации кератина под воздействием высокой температуры. Для сохранения длительного эффекта от процедуры придется соблюдать несложные правила, после кератинового выпрямления не рекомендуется. В течение 2 суток мыть голову, мочить, использовать заколки и шапки, так как процесс фиксации структуры требует более длительного времени. В дальнейшем желательно подобрать щадящий шампунь, чтобы нанесенный состав дольше не смывался. Кератиновый слой будет предохранять волосы от повреждений. Поэтому при необходимости можно прибегнуть к услугам утюжка для создания оригинальной прически. Плюсы и минусы средств. Итак, плюсы – одновременное выпрямление и интенсивный уход за волосами, отсутствие агрессивного химического воздействия. Global кератин не содержит формальдегидов, вызывающих аллергические реакции, наличие продленного эффекта до 4 месяцев – возможность добиться ухоженного вида шевелюры, экономичность расходования за счет высокой концентрации продукта на длинные густые волосы. Расход составит около 45 грамм, заметное облегчение при расчесывании непослушных волос, накопительный результат от процедуры. Поскольку биополимеры просачиваются глубоко внутрь волос, защита от вредного воздействия ультрафиолета и высоких температур. Благодаря тонкой коллагеновой пленке на поверхности волос простая доступность процедуры позволяет проводить ее как в салоне, так и в домашних условиях. И хочется, и колется. Минусы и противопоказания кератинового выпрямления – длительность процедуры. Весь процесс занимает 3-4 часа. Поэтому придется запастись терпением и отложить все дела. Некоторая потеря в объеме прически, вызванная распрямлением структуры волос. После проведения процедуры нельзя окрашивать волосы в течение 2 недель красками с аммиаком. Для сохранения длительного результата потребуется приобрести специальные кератиновые шампуни и бальзам. Эффект распрямления средством Global кератин дольше держится на тонких волосах. Если локоны густые и толстые, то через 2 месяца потребуется коррекция. Некоторые пользователи отмечают специфический запах локонов. Но это субъективная оценка. Беременным женщинам и кормящим матерям следует заручиться поддержкой врача. Хотя явных фактов отрицательного воздействия не выявлено. Возможны аллергические реакции при индивидуальной непереносимости компонентов Global кератин. Высокая стоимость процедуры, зависящая от длины волос и прейскуранта салона. Востребованность и средняя цена. Препарат Global кератин завоевывает все больше поклонников. Дело, конечно, не только в звучном бренде, который известен более чем в 55 странах. Продукты Global кератин изначально проходят жесткое тестирование в лабораториях компании на предмет качества и безопасности. Выводы специалистов становятся основой клинических испытаний товаров с участием добровольцев. Абсолютное соответствие высоким стандартам подтверждено сертификатами. Американский бренд Global кератин относится к средней ценовой категории. Продукты этой фирмы пользуются неизменным спросом как у профессиональных парикмахеров, так и у простых покупательниц. Цена на продукты может варьировать в зависимости от курса доллара и стоимости доставки, в среднем это 703 тысячи рублей, в зависимости от препарата и объема. Рекордные цены принадлежат средствам во флаконе объемом 1000 мл до 20 тысяч рублей. Значительная стоимость данных товаров с лихвой компенсируется прекрасным состоянием прически, силой, красотой и здоровьем локонов. Восстанавливающий эффект долго будет радовать великолепным результатом. Важно знать о кератиновом выпрямлении волос, сколько держится эффект, чем отличается кератиновое выпрямление. От восстановления волос можно ли делать при беременности особенности выпрямления наращенных волос кератином? Как смыть кератин с волос? Полезные видео. Кератиновое выпрямление волос средством Global кератин. Кератинирование волос с Global кератин.